Ребят, всем большой привет! Сегодня мы с вами будем готовить курицу. Запекать мы ее будем в духовке, но для начала нам ее нужно замариновать. Я уже ее разместила в ту форму, в которой буду ее мариновать и запекать. Что мы с ней сделали? Мы сняли кожицу, промыли и просушили полотенцами кухонными, бумажными. Теперь нам нужно заняться маринадом. Курицу я уберу в сторонку и расскажу, что нам понадобится. У меня здесь сладкая паприка, здесь у меня молотый имбирь, молотая корица, тростниковый сахар, он у нас в таких пакетиках, мы с кофе, с чаем пьем, вот покупаем, нам очень удобно, нравится. Здесь еще есть бадьян, перец в гранулах, у меня микс, можно брать обычный черный, соль, апельсины и оливковое масло. Давайте приступим. Специи мы все добавили, теперь мы их хорошо перемешаем. Здесь у нас паприка, корица, имбирь, сахар, соль. Нам нужно обмазать курицу этими специями для начала. Я возьму перчатку, воспользуюсь, мне так удобнее, чтобы руки не покрасились. И я хорошенько вот так вот разотру курицу со специями со всех сторон. Нам понадобятся апельсины. С одного апельсина нам нужно снять цедру, но непривычным способом, а вот таким вот ножом. Я чищу картошку, им очень удобно. Он снимает шкурку тоненько-тоненько, без вот этого вот белого, горького. Вот, посмотрите, ну немножечко попадается, это как бы не критично. И вот так вот с одного апельсина мы снимем всю цедру. Все готово. Теперь нам нужен сок из этих апельсин. Добавляем курице перчик. Несколько гранул всего лишь. Где-то пару-тройку звездочек бадьяна. Отправляем сюда апельсиновый сок. И добавляем немножко оливкового масла. Сейчас я еще раз хорошенько это все перемешаю. Снова надену перчатку, чтобы руки не покрасились от специй. Все, готово, ребят. Теперь нам нужно курицу накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на ночь. А завтра мы ее будем запекать. Ну что, у нас уже прошла ночь. Курочка простояла в холодильнике. Сейчас мы ее откроем. Красотка наша. Еще раз я перемешаю в этом маринаде хорошенько. И будем уже запекать. Все, мы хорошо перемешали курицу еще раз. И теперь отправляем ее в разогретую до 180 градусов духовку. Где-то минут на 40-50. И в середине приготовления ее давайте перевернем, чтобы она равномерно так подзолотилась и приготовилась. Если вдруг будет подсыхать дно, испаряться жидкость, добавляйте немножко водички. Ребят, смотрите, что у нас получилось. Вот так выглядит курица. Она очень ароматная. Мы однажды готовили уже курицу в апельсиновом маринаде, но немножко по другому рецепту, и она была очень-очень вкусная, поэтому и это, я думаю, ей не уступит. Так что сейчас мы будем ее пробовать. Приятного нам аппетита!
А вы подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, ставьте пальчики вверх. И увидимся с вами скоро.